все полевые, за исключением вратаря, на чужой половине поля. И первый голевой момент, уже он есть, и мяч залетает в сетку ворота. На центр показывает Вера Опейкина. Составы коллеги представили, поэтому можно уже акцентировать внимание, говорить про позиции и говорить про автора первого забитого мяча. Дмитрий Лаврищев успевает на добивание после того, как голкипер Есентуков Никита Дробышевский, у которого сегодня точно будет много работы. Дробышевский с первым ударом справился, но отразил мяч, отбил его, парировал перед собой, и коршуном налетел Лаврищев на арене Форте. Как только все вернется на круги своя, является Вера Опейкина рефери ФИФА. Мяч штрафной, и 3-0. Лаврищев становится, получается, именно так, лучшим бомбардиром не только Форте, но и всей первой группы второй лиги первенства России по футболу. Дмитрий Лаврищев в пустые ворота оформляет дубль, центральный нападающий Форте. Форте, Таганрог, Есентуки, 3-0. Но и выделяем, отмечаем прекрасную передачу Муромского с этих ракурсов. С какой бы точки мы здесь ни посмотрели, тем более отсюда, на все 100% невозможно определить момент паса Муромского. Мне подсказывают, что первое положение вне игры зафиксировано. Еще один момент, а здесь за первым следует второй офсайд. Причем искусственной ловушкой это называть не поворачивается язык, а скорее ситуативно. Вот так по ситуации сами забрались. В конкретном случае Лаврищев. Лаврищев оказался выше, чем последний защитник Фротера на оставшиеся матчи первого этапа и далее. Конечно, Форте ставит перед собой задачу минимум в шестерку попасть. И желательно как можно выше в турнирной таблице оказаться. Лаврищев. Лаврищев, британский гол от Таганрога, от Форте. Фортиссимо, а не просто Форте получается. Дмитрий Лаврищев, еще один, третий хет-трик. Хет-трик из хет-триков. Лаврищев продавил защитника, и похоже, что Муромский, да, набрасывал головой мягко на дальнюю штангу. Скандинавы, датчане, кто угодно, исландцы, шведы, британцы.